Привет! А в этом видео мы с бабушкой Специей расскажем, как приготовить варенье из малины на зиму, пятиминутку. Такое варенье необходимо иметь в каждом доме. Один из лучших способов приготовления противопростудного малинового варенья. Мы варим пятиминутку и 5 минут здесь на все приготовление. А все время варки, оно интервальное. Само варенье готовится минимум 6 часов. Получается полезный десерт на зиму. Состав рецепта рассчитан на 50 порций. Малина 3 кг. Сахар 2 кг. Основной этап приготовления. Собранную ягоду почистите от листочков и веточек. Красивую, крупную отбираем для заморозки. А для варенья берем сорт помельче или, например, лесную. Ягоду обязательно промойте проточной прохладной водой под душем или растекая воду рукой. Дайте воде стечь. Оставшаяся в малине влага позволит варить варенье, не добавляя воду, и ягода охотнее выделит сок. Промытую малину сразу пересыпьте 1/3 частью сахара. Бережно перемешайте и оставьте до появления сока. Это около 2 часов. За это время подготовьте банки. Подготовка банок. Промойте с питьевой содой банки, хорошо прополощите под проточной водой. Мокрыми поставьте в холодную духовку горлышком вниз. Также разложите крышки. Включите духовку на 150 градусов. После достижения заданной температуры стерилизуйте банки пол-литровые 10 минут, 1-литровые 15 минут. Для нас этот способ стерилизации самый удобный и пользуемся им много лет. Не подводил, но вы можете использовать любой другой подходящий для вас. Малину с хорошо выделившимся соком поставьте на небольшой нагрев. Дайте сахару полностью раствориться. Бережно перемешивая деревянной или пластиковой большой ложкой, поднимая сахар со дна. Затем увеличьте нагрев до среднего и дайте закипеть. При слабом кипении варите 4-5 минут. Когда закипает интенсивно, шапкой бережно перемешайте, не убирая пену. Дольше кипятить не нужно. Через 5 минут снимите с плиты, аккуратно покачивая таз. Сгоните пену в центр и снимите всю в 3-4 приема. Пенки снимается много, варенье должно стать обязательно чистым. В очищенное от пенки горячее варенье добавьте оставшийся сахар. Бережно размешивая, дайте ему полностью раствориться. Оставьте варенье до полного охлаждения. Затем повторите процедуру кипячения дважды, исключая добавление сахара. После третьего кипячения готовое очищенное варенье горячим разлейте в подготовленные банки. Банки должны быть теплыми, сухими, стерильными. Закрутите стерильными крышками. Готовое варенье имеет темный, насыщенный малиновый цвет, глубокий вкус и аромат. По структуре как желе, но с целыми ягодами. Банки оботрите начисто. Прокатайте по столу для проверки герметичности и переверните на крышку, оставьте до полного охлаждения. Затем уберите в темное, прохладное место для хранения. Таким способом можно готовить любую деликатную ягоду, сохраняется максимум цельной ягоды, при этом варенье хорошо хранится и не засахаривается. Получается 6 банок по пол-литра. Это варенье из малины называется пятиминуткой не потому, что готовят его 5 минут. Варят его по 5 минут каждые 3 часа и делают так в несколько заходов от 2 до 3. Итоговое время приготовления получается в районе 5-12 часов. Попробуйте приготовить варенье из малины на зиму пятиминутка по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!